Вопросы, которые требуют принятия оперативных решений, состоялось заседание сессии Горсовета. В числе главных приоритетов в повестке дня – социально-экономическое развитие города. Было обращение от государственной администрации по закупке, в том числе техники, для муниципальных учреждений. Данные предложения были поддержаны госадминистрацией. Значит, в рамках фонда развития города, значит, городской совет поддержал предложение в рамках финансирования, совместного финансирования одного из туристических объектов в нашем городе в центральной части. У нас принял план развития Тирасполя, отделение городского совета. Тирасполь включали этот вопрос на предыдущий. Почему этот вопрос не был принят? Были подняты вопросы в отношении безопасности на объектах муниципальной собственности, в частности на городских больших площадках, где установлены качели, карусели. Для того, чтобы, во-первых, ограничить несанкционированный доступ туда наших детей, и, во-вторых, сделать все возможное по недопущению детского травматизма. У нас есть опыт совместной работы с госадминистрацией, мы об этом говорили на последнем заседании президиума. Объект по улице Советской, бывшая почтовый магазин, это конкретный пример совместной работы городского совета, государственной администрации и экологической милиции нашего города. Документ был направлен как в городскую администрацию, так и непосредственно в республиканскую.